кресло скурено, стейно. Что я наделал? Мы жизнь на перилах, подъездом во времени. And I wanna die, я мне теперь давай. And I wanna rock you, and I wanna fuck you. And I wanna die, я, and I wanna die, я. And I wanna die, я, and I wanna die, я. Ты была самой лучшей девочкой в классе. Ты была самой лучшей девочкой в школе. Ты была самой лучшей девочкой в классе. Ты была самой лучшей девочкой в школе. Расскажи о том, как со мной поступила. Прежде расскажи, как тебя похоронил. Твое сердце лед, значит, мое сердце льдина. И поэтому расскажи все то, к чему я так не привык. Боже, расскажи все плённые чувства, которые заставили больше тобой дышать. Ты видишь меня в непонятном для себя искусстве. А я не вижу тебя, но я так хочу сказать. Ты помнишь, ты была самой лучшей девочкой в классе. Ты была самой лучшей девочкой в школе. Ребята, целый день сегодня пытаюсь записать данную песню. Надеюсь, она мне понравится в последнем варианте, в последнем дубле. Ребята, если понравился кавер, ставьте лайк. Набирая 5000 лайков, по традиции я разбираю данную песню полностью отдельным видосом. Показываю, как играть данную песню, как ее петь, как использовать фишки. И каждая новая песня – это новый опыт, как я обычно говорю. Да. И это не пустые слова. Так что, ребята, подписывайтесь на хижину, чтобы не упустить ни один из важных каверов и разборов для вас. А в описании под видео найдете два самоучителя моих. Один вокальный, другой гитарный. Если хотите с нуля осваивать гитару и вокальную базу в домашних условиях самостоятельно, то, пожалуйста, проходите по ссылке внизу. В комментариях напишите что-то новое, интересное. А моя служба продолжается. К сожалению. Но скоро увидимся на гражданке. 2 месяца. Всем пока.